Сегодня мы расскажем о принтере Oki C301DN. Данный принтер подойдет в первую очередь для небольших офисов. Габариты у него не маленькие, хотя при желании можно пристроить его и дома, где он займет при этом пол стола. Зато благодаря данному принтеру решаются проблемы как с монохромной печатью текстов, так и с цветной печатью. Ведь Oki C301DN является цветным светодиодным принтером формата А4, который может подключаться как прямо к компьютеру, так и по сети. Вот это та самая главная кнопка включения принтера. А это все другие кнопки и светодиоды, показывающие функционирование принтера. Сверху в ближнем правом углу расположена большая кнопка для открывания отсека с картриджем. Вначале вставляем туда все картриджи, затем в процессе работы придется открывать крышку в случае замятия бумаги или ложной тревоги. Собственно, еще сложно, нажимая на эту кнопку, крышка резво поднимается и открывается доступ ко всех картриджам. Далее за ручки по обеим сторонам поднимаем вверх, ставим на бумагу или газетку в сторонке, чтобы не запачкать другие поверхности, устраняем проблему и ставим обратно в те же пазы. Мы провели несколько тестов. Итак, 28 страниц монохромного текста при двухсторонней печати из Open Office Writer распечатали за 2 минуты 30 секунд. При односторонней, конечно, данный процесс будет гораздо быстрее, но ведь важно экономить бумагу, поэтому приводим результаты именно двухсторонней печати. Качество печати на высоте, шрифт без всяких искажений. Также приводим результаты тестирования распечатки 10 фото. Все готово к тестированию. Размещена фотобумага. Секундомер в начале. Запускаем. 10 фото. Примерно 30 секунд ушли на загрузку 10 фото и еще 30 секунд на разогрев принтера. Качество цветного фото, конечно, нельзя сравнивать с фотопечатью на цифровых струйных принтерах или тем более традиционным фотопроцессом. Однако для распечатки презентации и визиток этого вполне достаточно. В общем, можно сделать выводы, что принтер хорошо справляется как с монохромной печатью документов, так и цветной печатью разнообразной полиграфической продукции. А еще он имеет весьма привлекательную стоимость – около 2000 гривен.